Так, народ, всем здорово. Ну что, понеслись планету? Возрождать дальше. Сейчас, если не начнут. Фу, блядь, не найду чем заняться. Ах, будем по экспедициям тусить, как мне в комментариях уже писали. Да, нехило уже. Так, а что сейчас нам мне не нужно уберем? Самую только еду возьмем. Бля, а, во. Прям вообще ровняком. Теперь можно спокойно летать, вообще не напрягаясь. Лучше была лужа с водой. Да и все. Прикольно. Я думаю, уже для чего-нибудь это пригодится. Очень вчера еда, высокая качество. Ну то ладно. Может быть даже и хорошо. Что здесь-то я, наверное, даже толком-то и не был. Как раз получается, ус мне нужен для телепортов. Прикольно. Все в растениях здесь. Я тебя угу.
козыря сплаву. Блять, ты-то мне не нужен. Так, ну вот это вот удачно сходило. Теперь можно назад уже идти. Посидим, перекусим на фоне. Съели кабачок. Кто тут вообще рядом? Мрачное место такое, гнетущее. Не знаю, может, что-то и нужно будет. Пока говорят собираться, я лучше собираю. Так, а вон что, пульсирующий телепорт, да, пульсирующий кварц нужен. Блять, а что я думал тогда другое? Автор не то. Блин, а за что же я подумал-то? А вот это вот уже штука прикольная. Космическая торговая ракета. Так, стержень, микросхем. Микросхем до хера я набрал. Стержень. Молодец. И урановый. Фугио. Вообще прям изично. Тут уже не построишь. Тут у меня место пустое есть. Вот здесь вот замечательно ставим. Достижение. Так, что мы можем загнать? Ценные предметы. Торговые предметы. А нет, это я себе оставлю. Да, попробуем два баклажана отправим. Еду вообще.
Так, спутник. Графическая ракета. Держание суперсплава. Визуализации дронов. Отображает дрон. У меня дронов-то нету. Так, значит, кору дерева. Так, кору дерева с бактерией суперсплав. Сейчас сделаем. Так, и три воды. Теперь мне нужен кора дерева. Готовый суперсплав. А, зашибись. Мне придется делать. Нужен кобальт, железо, магний, кремний, титан, алюминий. Только я уже их собирал-то, блин. Один хрен не запоминаю. Алюминий, кремний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Блин, тут прямо шлиф уже у меня. Ты-то что пищишь еще? Блин. Ну так, повеселее пошло.
Ну, одна уже у меня есть. Это я тоже уже построил. Он что, пустую в руках таскать-то ее? Мед и фасоль. Блин, давай попробуем. Фасоль-то у нас 86. Я не знаю, что еще пока строить. Сейчас фасоль дождемся, хоть сделаем. Блядь, ну это долго. Там не хоть что вернулось. Ой, блядь, через... Ни хера себе тут время. Пустил он свою голову. Так, давай тогда сейчас опять от этого избавимся, не нужно нам. Возьмем только с собой еды. В принципе, у меня есть. И пойдем на этот раз в другую сторону. Я уже во всех странах был. Где-то, наверное, там он не был. Где сейчас дерево огромное. Туда и слетаем, посмотрим, может, что найдется там. Блять, этот путь быстрее, что ли, оказался? Чем я через горы летал постоянно. Бля, действительно. Бля, ну пиздец. Точно раз и все. А что, упал? Нет. Блять, страна смурфиков. Чё-то первый раз вроде когда оказался, она такая длинная. Что нам сказали? Блин, тут вон еще что, оказывается, есть.
после всех этих вспоминаний начали покинуть родные. Ну как даже на этот корабль-то попасть можно? Ключ надзирателя, блин. Так, это если... А все, я взять не могу. Получается, если отсюда взял. Что-то закрыться должно было. Так-то, если по логике. Редку возьму. Блин, опять к этому кораблю. Не знаю, правильно ли я сделал, что забрал его с собой. Ну, если что, верну его. Как побыстрее. Вот, раз и все, и мы, как говорится, дома. Ну, пока можно здесь перекантоваться. Блин, сколько здесь у меня всего-то? Так, ну как раз прям вот давно таких длинных серий не было. Давайте сохраняем. Ходим в главное меню. Ну что, пока все. В принципе, удачно. Полетал, полазил. Все шикарно. Давайте, ребят, давайте. До следующей серии.